показать. Вот это вот один костел. Ой, сейчас очки одену. Вот это вот, видите? А вот рядышком, вот там вот, другой. Ой. Конечно, вид обалденный. Домики как муравьи. Остановились мы в деревенском таком ресторанчике. Заказали еду. Купили по салатику, швабский салат. Всем приятного аппетита. Сейчас мы по пути в водопад проходим очень известную школу наездников. Называется Марбах. Вот она. Это, наверное, конюшни. Фонтанчик здесь пить можно. А лошади вот там вот вверху пасутся. И там рождается этот водопад. Это такая маленькая часовня в честь этого водопада, как бы, что из горы течет вот такой вот водопад. Построили эту капеллу здесь. Это просто ниоткуда она появляется, из горы. Не знаю почему, но мне очень нравится этот домик. Стоит здесь один среди гор. Лошади. Райское местечко, да? Я еще хочу во двор позаглядывать, но не знаю, получится. Немножко во двор загляну. Смотрите, у них там вода течет. Фонтанчик. Вот он. Такие добротно построены конюшни, конечно. Я не знаю, почему, но мне нравятся вот такие вот конюшни, какие-то коровы, гуси. Такая деревенская я дамочка. Даже запах вот этот сена мне нравится. Класс, да? 1818 год. Там бассейн для лошадей.
Красота, девчонки. Находились мы с 5 утра, сейчас уже 12. Ну, впечатлений куча. Красота неописуемая. Мне даже больше нравятся вот такие вот места деревенские, чем какие-то шумные города со своими... Нет, есть, я не спорю, что есть там Венеция, Верона, Флоренция. Конечно, есть что посмотреть, но мне больше по душе вот такие вот лошади, коровы деревенские, какие-то закуточки. Каждому свое, да? Мы уже домой возвращаемся. Надеюсь, вам понравилась со мной прогулка сегодня. Попробую быстренько смонтировать все видео и выставлю. Пока-пока.